Сколько можно? Тут опять же, сама игра напрашивается на то, чтобы я взял Лишрака, но почти в каждой игре Лишрак. И если ты видишь Лишрака, то он топ-1 или, то, или максимум, минимум топ-3. То есть ей там не повезло по кнопкам, а так топ-1, то это нормально. Наверное, один из самых больших по винрейту процентов у Лишрака. Думаешь, рандом? Не, ну если был бы челлендж выбрать героя на рандом, согласен, но блин, куда можно собрать? Можно пойти в любом случае в Сумона, статы у него лютые. Опять же, не хочется собирать классического стандартного Лишрака через диаболики, да? Какой смысл? Это мы уже 300 раз миллиона видели. Ну, чуваку перса не дают. Ну, что это такое? Это то же самое, что у меня в прошлой игре было. Мало ли, много ли? Нормально, нельзя обменять, у меня этот... В дуосе нельзя обменять медведя. Обменять. Медведь не обменяем. Можно, опять же, пойти через иммун. С тем расчетом, что все-таки в лейте получится переиграть. Да, ему дает тебе щит, но он не обновляется. Вот это вот вся проблема в том, что он не обновляется. И никак не сделаешь так, чтобы он обновился. Но статы лютые. 3,5, 2,8, 2,8. То есть для иммуна это прям имба. Но через иммун нужно правильно играть. Нужно учитывать, что у тебя есть щит, который пробивается, а потом уже, соответственно, ты ослаблен. Это понятно. О, Рики через Giant Strike. Люто. Вот Рики точно за два удара выбьет. Выбьет иммун, если там, пускай там 6-7 тысяч будет. Да, в любом случае выбьет сразу. Ну, за два удара точно. Если найдет хорошие кнопки. Но у него 1100 рейта. Маловероятно. Чел кастрел какой-то, блин, 2900. Вот это вот жесть. Вот это да, вот это лютая жесть. Чей булварк. Да, тупеешь. Аганим. Тупеешь же, это сака, блять, вонючая. Думаешь, собрать лешего через руку? Понятно. Вот и минуса. Классические минуса. Чел даже не стал догонять его, пытаться. А, ну там гонец. Подожди, он не смог бы взять гонца, там третий левел был. Но мы поняли, что там гонец. Не, ну по сути можно. Я же верю в то, что все-таки с этими кнопками можно собрать неплохо так статов набрать. Логично. И соответственно. Возможно, будет все неплохо. Но это стоит понимать, что мне нужна обратка. Мне нужна более-менее хорошая кнопка для того, чтобы... И скорость атаки была. Ну и, соответственно, либо защита, тот же рейдж, тот же булварк от физики. Возможно, дисперсия. Ну, дисперсия такое. Вот Рики можно защититься либо Pierce of the Veil, это раз, либо большой скоростью передвижения, возможно, Iron Disc. Супернова. Супернова, конечно, против Рики идеально залетает.
можно просто взять скорость атаки. Дровка через санкост. Где дровка через санкост? Тут нет дровки. Что если взять виху, которая атрибуты добавляет пулистоты как раз? Да, атрибуты можно брать. Я как раз через иммун, когда играл последний раз. Точнее, первый раз. И, по-моему, я играл два раза. Я брал статы. Но это 0.6 ко всем атрибутам. Я думаю, что если выходить в неплохое золото и просто качать себе силу и интеллект, то можно... Можно даже на этом неплохо выйти статы. Не знаю, думал взять фервер. Чтобы иметь хотя бы какую-то скорость атаки. А, то есть ты имеешь в виду, чтобы взять атрибуты как раз под скорость атаки? Ну, не знаю, давай. Попробуем. Просто опять же, что все контрится. Тут стоит учитывать, что мне нужна какая-то защита. Но скорость атаки в любом случае нужна, если я иду в физа. Плюс статы под иммун, чтобы было больше щитка. Чтобы не так сильно били в лейте в любом случае, потому что в 100% в лейте существует намек на то, что у кого-то будет ваншот. А это хотя бы защита. Но я не знаю, как работает иммун, да, с дристом. Вообще не представляю, как она работает. В смысле, мы можем играть? Он даже не понимает, типа... Типа не понимает. Он 100% не понимает, что мы сейчас на стриме, что можно написать в чат. Зачем писать в Steam? Что с ним? Все, друид сломался. Кстати, вот тоже интересно посмотреть, как можно собрать медведя, например, через Sovereign. Потому что это 50% урона. Я думаю, что если пойти в неплохие статы, то можно довольно далеко пройти. Дисперсия, фист. Мощно, мощно. Нормально, да, он думал, что я не нажму после него. А, он говорит только по-испански. Нормально. Чел говорит по-испански. Я плакса. Че? Ой, блин, что происходит? Нормально. Жестко. Че, пошли в силу. Не будем перекачиваться в фул. Но можно и перекачаться неплохо. Ну вот тоже, да, вот зачем писать по-русски? Зачем переводить по-русски, когда я даже не понимаю, что мне ему написать, серьезно. Это мне нужно сейчас зайти в этот в переводчик, написать по-русски, перевести на испанский, написать ему. Это слишком долго. Тысяча 700 1800. Это ты за что? Здорово.
Нормально, нормально. Ну сюда нужен шар для того, чтобы была и магический вампиризм, и увеличение урона за стак по 2%. Блин, переведите ему на испанском, что пускай заходит. Я просто не хочу это долго. Кто-нибудь напишите ему. Напишите ему на испанском, что следующее лобби пускай заходит, пароль пробил. Да-да, пробьешь ли ты ее? Хотя пробивает неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой, как же она выжила на говне. Блин, как будто сосалка слишком много дамажит. Чересчур. Если ее усилить, то я думаю, что можно... Может, даже на сосалке неплохо так играть. Написать по-русски. Ну давай напишу я ему. Да блин. Изи, катка. Нормально я поставил. 2-2-8. Прекрасненько. Значит, там будет у нас еще талант на пульс снова. 20% снижения урона. Надо, я думаю, взять. А еще можно было бы найти все-таки дисперсию. Потому что, как мы знаем, дисперсия плюс любое снижение урона, это уже неплохо. Конечно, иммун не то чтобы имба. Его можно пробить. Но иммун тебе позволяет какое-то время жить. Чем больше статов, тем лучше. Прикольно то, что на крипах я вроде как должен пробивать, и постоянно должна пассивка, точнее не пассивка, а щиточек за счет пассивки, должен пополняться. Но опять же, как это работает именно с иммуном, вообще непонятно. Я же говорю, что лишь рака в танка собирать идеально, потому что пульс снова снижает урон, ну или любое снижение урона, дисперсия, энрейдж, булварк, бристлбэк и куча никса. Дуэлиста можно взять. И погнали. Можно также собирать танка на этом, на БХ. Но на БХ такое себе, конечно. На БХ проблематично, потому что там инвиз. То есть ты его нажимаешь и по сути бездействуешь.
щит пополняется через shift. Почему через shift? Щит пополняется только когда я убиваю. Вот это вот дает тебе реген. За счет вот этого, за счет пассивки. Нифига себе, щит сбивает сразу, моментально. Что за бред? По-моему, это лютый бред, если честно. Он щит сбил мне моментально. Ну да, многовато дэмэджа, однако. Как бы логично то, что у него магический урон плюс обратка, но урона с руки нет. Чисто колдостоя, я бы не сказал, что прям должно так сильно ебашить. Короче, какой-то бред, если честно. Но почему у меня щит был неполный? Да из-за перекачки, что ли? Походу, это из-за перекачки. Ну, вообще, конечно, странно. Что ты тестил, я не пойму. Напиши нормально, что за разряд. Заряд, может? Ну, ты тестил, ты что? И что, фул, не понял. Напиши нормально. Так, ну кнопочки падают бесполезные, я вижу. Реально бесполезные. Даже не знаю, зачем мне туника. Броня, как бы да, логично, это 100% нужно. Но у меня пока брони хватает. Жалко, что дрист все-таки не пополняется с иммуном, только на крипочку. Не, ну щит я себе сбиваю именно этим, именно бладмистом, это понятно. Потому что я себе наношу урон. И по идее за счет Кролстарса. Кролстарс должен тоже отнимает мне хп, и по идее дамажит в щит. Хотя вот сейчас он все равно отнимается. Это скорее всего из-за этого, из-за бладмиста. Его даже если не активировать, он все равно отнимает щиток. Играл сегодня с пассивкой БС, нашел shift пака. И щит от пассивки обновляется после выхода из шифта. Еще раз не понял, ты уходишь в фейс шифт, и щит от бладмиста обновляется? Или щит от иммуна? Yes. Чтобы у тебя умерла мало. То есть ты просто уходишь в фейс шифт, и за счет пассивки щит обновляется до 100%. Прикольный инвокер. Он решил сразу собрать брошку. Интересненько. Здорово, откуда инфа, что с кастомкой все норм? Да вот вчера вроде как писали, что Luminance договорилась с Габеном, что будет отдавать ему часть монетизации от кастомки. Поэтому он сказал, окей, так уж и быть, мы кастомку не закроем. Что-то типа того. Может быть баг? Ну, скорее всего баг, потому что вчера
как выяснилось. Ульта НС, это Найтсталкера, работала бесконечно. И сама себя же перезаряжала. И все остальное. Я когда услышал, блин, но потом, когда сказали, что это уже не работает, я обиделся. Я обиделся на игру и вышел. Хотя хотелось бы пообузить прикольные баги, но, к сожалению, не успел. Я еще раньше вчера хотел зайти, но что-то не зашел. А так бы, мне кажется, можно было бы реализовать даже рекорд. Попробовать. Будем ждать анонс. Ну, подождем, подождем. Подождем, твою мать. Народ, давайте еще хотя бы 15 лайков, было бы хорошо. Так, чисто для разгона. Я думаю, для разгона 15 лайков это хорошо. Ага, челик прям решил даже инвиз себе взять. Как будто мы не видим, что у тебя инвиз. Зачем тебе лайк? Да, вот, ютуберы просят лайки ставить, чтобы контент продвигать. Как иначе? Неплохая скорость атаки. Мне нравится. Правда, щиток легко сбивается. У меня просто начал высасывать хп, и щиток такой сразу бэм-бэм-бэм и исчез. Просто когда больше лайков, то видео продвигается в топ. За счет этого больше просмотров. Чем больше лайков, тем больше шанс, что ролик наберет хотя бы неплохие просмотры. Ну тут, конечно, да, вот тоже люто. Он пошел в колосса. Но если бы, как раньше, толк давал урон за счет максимального количества хп, за счет текущего количества хп, то это было бы имба. Сейчас он просто дает броню. Просто берешь и колосс, и тоуг, и голема, и все. И у тебя миллиард урона, я так помню, на этом, на морфинге стакал. И такое количество дэмэджа было, что просто жесть. Там просто лютейшая жесть была, конечно, прям реально жесть. Огромное количество урона было. Прям огромнейшее. Можно пойти в отречение хотя бы. Хотя бы, чтобы больше было сопротивления эффектам и сопротивления магии. Я думаю, имеет смысл. О, еще неплохой предметик выпал. Как раз еще больше сопротивления эффектам, чтобы... Doom, который сейчас, кстати, отключает реген вроде как полностью. Способность действовать на союзников... Позволяет применять способность на себя, чтобы она действовала на врагов. Нет. Сейчас Doom, если вешается, то... Тут тебе кранты. Там реген отключается. Вообще, полностью. А для чего Лотос, объясни? Лотус для перекачки хп? Да разве имеет смысл? Мне интересно, чего он не берет третью веху? Я так полагаю, нету. Не завезли третью веху. Кажется, чатик залагал. Как обычно. Ну тоже, да, вот Лотус против Дума не то чтобы имеет смысл. Логично, да?
Вот почему я здесь, когда я нажал Heroes of the Veil, у меня щиток сразу обновляется. Почему? Он постоянно регенит. Неужели это из-за того, что я дамажу именно... Я не понимаю, как это работает. Почему именно Pierce of the Veil? Да, это категория урона атака, но это магический урон. Против стола цели я его не убиваю, но у меня щит постоянно отхиливается. Странно. Пусть. Есть инфа, как люди полтора часа дефают. Один кавал. Нет, такой инфы у меня, к сожалению, нет. Я так и не добился ничего. Вроде как говорили, что... На личе. Вот все это делалось на личе, но без магуса. Видимо, какой-то баг был. Но мне так и не объяснил никто. Я и не стал ничего выяснять. Потому что я понял, что это на личе. А как именно, без понятия. Я так полагаю, что это был какой-то баг, потому что они крипов шотали. 100%. Там до определенной волны они просто крипов шотали. Ну вот, я включаю ульт Муэрты, и щит обновляется постоянно. Рики нашел Shadow Realm, интересно. Что, надо посмотреть, что там на шестой скилл. И у меня до сих пор нету этого. Маг палочки. Ага, снижение. Снижение сопротивления магии. Вообще неплохая тема. Но мне, я так полагаю, нужна пульс снова. Хотя бы. Потому что снижение урона мне в любом случае нужно. Фига себе, он отхиливается, алло. А что? Что за отхил? Аху. Да не, пульс снова мне нужна, потому что это снижение урона. А дальше посмотрим, что там. Нужно перекачку менять, нужно, возможно, поменять все-таки таймлапс, который... Я так полагаю, мне не особо нужен. Таймлапс как бы прикольная тема, но зачем? Зачем мне эта херня нужна? Ветра можно собрать. Ветра хотя бы это неплохой кайт. Но мне нужен жир. Мне нужно увеличивать себе хп. А для этого нужно что? Правильно, качать силу. Чем больше сил, тем больше живучести. Потому что и щиток будет как раз жирнее. И я буду стабильнее немножко. Не так быстро будут пробивать. Но это в любом случае имба, потому что... Она и интеллект себе вкачала, статов до хера, она просто нажимает одну кнопочку и там и щиток, можно сказать, что сразу собьется, моментально. Через вард с чистым уроном? Что ты имеешь в виду через вард с чистым уроном? Через какой вард и что за чистый дэмэдж? Через мидас и баг? Что с Мидасом? Что с Мидасом, не пойму. Я вчера брал Мидас, он забаганный. Потому что если ты берешь его, там, во-первых, один заряд используешь, и он не обновляется никак. Он вообще не обновляется. Почему-то. Ну, это странно. Это в любом случае странно. Почему так происходит, непонятно.
Короче, Мидас забаганы нахрен. Полностью. Все. Рики на помоечку. Ульт ВД, чистый урон. Не понял. Реально, ульт ВД теперь чистый урон. А в чем подвох, собственно? Неплохо, неплохо. Че, реально ульт ВД теперь чистый дэмэдж? А, я против нее, я понял. Да-да, я тебя пробью, блин. А, нет, не пробивается. А как это пробить? Странно. Не пробивается дерьмо. Вообще. Мне, я так полагаю, нужен Bloodstone, а не эта херня. Потому что у меня в основном магический урон. Мне в любом случае нужно отхиливаться как-то. У меня нет отхила магического, за счет этого я и проиграл. Нормально, ульт ВД чисто дэмэдж. Вот я так полагаю, он теперь не улучшается короной. Там часть хп должна убраться. Да, хп должна остаться. Что там Мэрта какая-то вот прям лютая. Я понимаю, что у нее булварк, но у меня не физика. У меня физика как бы существует, я понимаю, что можно купить сильвер, попытаться отключить булварк и убить. Я могу убить ее и обраткой, то есть я понимаю, что нужно как-то пережить ее дэмэдж, а потом включить обратку, она сама себя убьет. Я даже не могу просто даже отхилиться. Проблема вся в том, что я даже не могу отхилиться. Как ты заметил, хп осталось. Мне интересно, чего он не берет себе шестой скилл. Ай, понял. В Рике все грустно, да, согласен. Блин, я хочу даже фервор поменять, зачем мне фервор? Вот, блин, я вот просто нажимаю ульт Мерт, и у меня щит отхиливается. Щиток сам по себе отхиливается. Не, ну это прикольно, конечно. О, ура. Ты у меня. Изи. Я вот думаю, можно... как раз поменять таймлапс, найти Enrage, и она меня не убьет. Димасик, я на месте. Понял.
У Рики не то что грустно, у Рики все печально. Да у него с самого начала игры печально, у него счет 0-13. Он ни одного еще не убил. Он, видимо, сильно пытался, и у него ничего не получилось. Найди главы луны. Они теперь до 20% защиты от урона. Еще раз, в смысле? Не понял. Главы луны дают 20% защиты. Применяют способности. Уменьшает получаемый урон 20%. А, серьезно? В смысле? Нормально. А как это, собственно, работает? По-моему, это незаконно. Да господи, дай ударить. Что-то оно не пробивается. Жестко. Лютый челик. Он в урон с руки идет зачем-то. Шард. Ну да, я заметил, что шард. За счет шарда. Это лаги. Наверное, продам эту шляпу. Думаю, здесь Bloodthorn будет попрофитнее, конечно, все-таки. Как вчера? Ну да, попробуем, как вчера. Начались физики, закончили магии. Не, ну мы-то играем через иммун. Нам логично, что иммун дает шанс хотя бы, да? Какой-то. Не то чтобы сильный шанс, но он есть. Переиграть. Опа, на, а вот и все, не пробил. А вот и все, вот и приехали. А вот чел-то и потерял лицо. Потому что и сопротивление магии 70%, а так сколько? 75%. Нормально, да? Так можно играть. Подтяните еще 10 лайков, да можно хоть 50 лайков. Тогда вообще было бы шикарно. Потому что в основном на стриме, что я вижу, это 35 лайков, это максимально. Хотелось бы 50 и 60, и это вообще было бы легко просто. Что стоит опуститься ниже и поставить лайк. Секунду дело. Ничего не замечаете? А куда смотреть? Неприятные крипы. Потанцуем. Не, ну у меня, конечно, машина неплохая. Снижение урона есть.
кстати. Я думаю, что это даже попизже будет. Попробуем пока так. Не забывай прожимать скилл вайпера. Он же бессилие дает. Да, бессилие дает, но там Doom. Вся проблема то, что там Doom. Да-да, молодец, а Doom... А, Doom он потерял. Я понял тебя, он избавился от Doom'а. Он решил не париться. Блин, у меня еще и три обратки. Вряд ли он меня переиграет. Тем более, у меня все по золоту неплохо. У меня три ставки проиграны. Double Sun Cost. Где Torture Pipe? А зачем? Тут не смотрится Torture Pipe, он не нужен. Тут в основном играет защита свою роль. Обратка, дисперсия и кайт. В плане того, что я просто могу кайтить. И все. БКБшка. Тут нужна защита от магии. Это раз. Хотя бы какая-то кнопка, чтобы был шанс закайтить. И все, так. А так, здесь торчерка, мне не вижу смысла брать вообще. Да, он меня не пробьет. Тут без шансов. Я нашел то, что нужно. Все, что я хотел, то все и нашел. Тем более, щиток он пока пробивает, тут полчаса пройдет. Но у меня щитка маловато все-таки, очень мало щитка. Почему-то крипы уже начинают прям люто пробивать. Ну, это логично. 65-я волна. Ладно, погнали дальше.